Давайте, от у нас є ще одна історія. Наші регіональні кореспонденти стежать за всіма історіями з онкохворими дітьми в різних регіонах. Як я вже казала, що саме в регіонах найжахливіша ситуація з тим, що там якраз бракує потрібних ліків. І от у нас є історія ще з Запоріжжя. Там всі батьки, вони говорять про те, що іноді доводиться їм перебувати з дитиною онкохворою, і їм доводиться обирати іноді або робота, або ж увага до дитини. Але батьки бояться втратити роботу, тому що будь-яка копійка, будь-яка копійчина, вона може врятувати життя малечі. І ось у нас хвороба Кирила Коваленка. Вона розпочалася з невеличкої травми 3 роки тому. І з того часу хлопчик переніс, послухайте, 17 сеансів хіміотерапії та 2 операції. І зараз його лікують від чергового рецидиву. Проблема в том, что сейчас государство на это все не выделяет никаких средств, то есть практически, и все доставать самим. Оно очень дорогое, и мало того, что дорогое, его на Украине нет. У него после каждой химии падает очень сильно анализы, и надо их, его не выпустят лицо никуда. Думали, что вот 4 блока прошли химии, и все, а созвонились, а нет. В рецидиве предусмотрено 6 блоков. Химии. То есть у нас получается сделать КТ опять на Киев, и они назначают еще 2 блока. У нас не получается уже все. Где-то вот примерно 350 тысяч примерно. А вот сейчас уже ну, не хватает уже. Очень много еще денег на питание. Дети с химией, тут они нуждаются в очень хорошем питании, для того, чтобы подняться с этого всего. По лечению идет, ну да, там физрастворы бесплатно идет. Еще вот препарат, который вот гранацит, он поднимает лейкоциты, тоже пока бесплатно. Шприцы бесплатно. Список препаратов, сука, перед операцией надо все купить. Родственники строят, попытаются, ну, знакомые иногда, ну, это же тоже относительно помогают, да, там, когда-никогда со школы помогают, собирают. Но это все равно, это очень мало по сравнению с тем, что надо. В больнице занимаюсь учебой. Сейчас пытаюсь как-то закончить школу из-за того, что мне там дали кучу всяких заданий по окончанию года. И буду поступать на юридический факультет Национального Запорожского университета.